Спортивным новостям. В Муроме завершился чемпионат по мини-футболу среди детских команд. В нем приняли участие более 300 юных футболистов из городов Кулебаки, Гусь-Хрустальный, Собинка, поселок Красная Горбатка и Навлянка. Официальная церемония награждения состоялась в спорткомплексе «Энергия». Турнир проходил в двух возрастных категориях и продолжался более месяца. В первой участвовали мальчики 10 лет и девочки 12-13 лет. Во второй – ребята 9 лет и младше, девочки 10-11 лет. В старшей возрастной группе первое место заняла команда «Авангард». Второй также у муромлян. Его завоевала команда «Школьниц. Крылья Родины». В младшей возрастной группе первое место снова взяли наши юные футболисты. Команда спортивной школы АК-08. Лучшим бомбардиром турнира стал Артем Миронов из «Авангарда». Он забил 12 голов.